Всем привет, меня зовут Вика, и перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал. Всем привет, меня зовут Вика, и сегодня будет достаточно необычное уже видео для моего канала, так как подобное я снимала последний раз в марте 2016 года. В этом видео мы с вами будем заполнять творческий блокнот. Этот блокнот, точнее эти блокноты, мне прислало издательство «Сова». Вот так вот они выглядят, они абсолютно одинаковые. И поскольку они одинаковые, то, как вы поняли, будет конкурс. И чтобы узнать условия этого конкурса, обязательно досмотри это видео до конца. Ну или, в принципе, можно перемотать в конец, но да. Также мне это издательство предоставило вот такие вот крутые наклейки. Они очень качественные, крутые. То, что меня поразило, то, что везде есть еда. Это очень круто, и я их буду использовать для своего ежедневника. Кстати, напиши в комментах, хочешь ли ты видео по типу «Мой ежедневник», мне очень интересно. И да, давайте скорее поговорим о блокнотах. То, что меня безумно порадовало, это то, что, во-первых, посылка пришла очень быстро, во-вторых, она была очень милая и круто упакована, там была бечевка, я обожаю бечевку, да. И третий пункт, который меня очень сильно обрадовал, это то, что в этом блокноте листы очень плотные, потому что это очень важный момент, так как, ну блин, на неплотных листах вообще никаких. Я очень довольна этой посылкой, этими блокнотами, этим всем. В общем, ссылочка на групп будет внизу в описании. Обязательно заходите и заказывайте, там очень хорошее качество и приемлемая цена. Пару разворотов я уже заполнила, так что сегодня мы вместе с вами будем заполнять третий разворот. Обязательно поставь палец вверх под этим видео, если оно тебе понравится. И давайте скорее начинать. И сразу хочу вас предупредить, что я не художник, рисую я в принципе не очень, но я это делаю для души, для того, чтобы расслабиться, отдохнуть. И получилось, по-моему, очень мило, может быть, не особо художественно, но мило. И да, это задание звучит приблизительно так. У каждого супергероя есть свой значок, создай свой. По-моему, это очень хорошее задание, и в этом блокноте созданы реально крутые, интересные задания. Мне они очень нравятся. А теперь вам покажу развороты, которые я уже сделала. Первый разворот называется «Напиши на странице как можно больше слов, которые начинаются на первую букву твоего имени». Я здесь не делала ничего оригинального, просто написала имя Виктория и написала очень красивые слова, а-ля «Великолепный, восхищающий, вздох, видение, волшебный, видеоблогер». Да. И получилось как-то так. Второй разворот, мне, честно говоря, он мне очень сильно сейчас нравится. Я его, может быть, потом как-нибудь переделаю. Тут надо было нарисовать, как выглядят тараканы в своей голове. Мои тараканы выглядят очень темно, но да, они такие странные. Здесь не было тоже ничего особенного. Но вот в этот разворот, который у меня получился, мне он, в принципе, нравится. Единственное, может быть, потом его немножечко переделаю и добавлю фона на краску, но сейчас у меня нет такой возможности, поэтому да. Ну а все, что нужно сделать, чтобы выиграть в этом конкурсе, подписаться на мой канал, поставить палец вверх, вступить в мою официальную группу ВКонтакте, и как только под этим видео наберется 30 пальцев вверх, я выберу победителя, который получит вот этот вот блокнот. Ну а как только под видео наберется 50 пальцев вверх, я выберу победителя, который получит один лист из этих стикеров. Они очень крутые, мне безумно нравятся. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, хочешь ли ты видео «Мой ежедневник». Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!